Всем привет, 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 привет. Ставьте лайки, лайк, 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 лайк. Всем привет, вы на канале Принцесса Кристина. Сегодня у нас распаковка Happy Meal, серия Super Mario. Ну что, давай распаковывать. Супер Марио Динь-Динь, это так он делает? Прыг-прыг-прыг-прыг, звездочки и баллы собирает. Ну давай, Кристинушка, посмотрим, кого у нас еще не хватает. Может, какие-то игрушечки будут новые? Я думаю, что все будут новые, да, Кристинушка? Эй, ты где? Принцесса. Давай открываем, открываем. И достаем новые-новые игрушечки. Давай я тебе помогу немножко. Кто же у нас сегодня, Кристинушка, попадется? Кто у нас там? Ту-дум! Кто это такой, Кристина? Это дракончик. Это супер зеленого цвета дракончик. Это лягушка как. Лягушка? Ну не знаю, может в Италии там и лягушки такие большие водятся. А может это и дракон? Лягушка. Да не, Кристинушка, это дракончик. И он, по-моему, что-то должен делать. А ну-ка, что это такое? Ой, Кристинушка, что это? А ну-ка, дай я покажу. Что это такое? Что это за чудо у него здесь такое вылазит? Какие-то мячики. А интересно, а вот смотри, Кристинушка, у него колесико здесь. И что дальше? И потом эти мячики прячутся. Интересно, что он должен делать? В общем, вот такой вот дракоша у нас. Как дракончик делает? А давай-ка посмотрим, что он делает. Не знаю, что это. И на рулетку не похоже. Ну, в общем, какая-то такая вот штучка у него с картиночками вылазит. И потом этим колесиком можно их закручивать. Кристинушка, ну смотри, мы уже с тобой почти всю коллекцию собрали. Кто не видел предыдущие распаковочки, ссылочка будет в описании. Так, ну что, Кристинушка, давай следующий Happy Meal на очереди. Какой? Левый, правый. Какой выбираешь? Левый, правый. Делаю. Левый, правильно. Это с твоей стороны, с левой, а от меня справа. Все правильно. Давай достанем и посмотрим, кто у нас там. А мы еще раз покажем дракончика. Кристинка, кто это такой? Какой-то грибочек. Это, по-моему, был такой, да, в игре Super Mario. Они выпрыгивали и бегали. Вот такой вот. Какой-то персонаж. На голове у него шапочка, как грибочек. О, смотри, Кристинушка, круто, у него ручки двигаются. Динь-динь, динь-динь. Класс, класс. И говорит, всем привет, всем привет. Смотри. А, у него еще кнопочка сзади. Ничего себе, я не видел. Смотри, нажимаем, и он ручками махает. Всем привет, 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 привет. Ставьте лайки, лайк, 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 лайк. Смотри, какой классный. Да, такая вот кнопочка нарисована. Нажимаем, и он ручками махает. Кристинушка, давай по секрету расскажем, кто у нас уже есть. У нас есть вот этот персонаж Марио. У нас есть вот этот персонаж Марио. У нас есть принцесса. Теперь у нас есть вот этот грибочек. У нас есть клоун. У нас есть вот этот шарик. У нас есть дракончик. Нам еще остался Марио. Точнее, это не Марио, это друг его, по-моему, вот в такой зеленой рубашке. Луиджи, мама подсказывает. Точно, его зовут Луиджи. У нас не хватает только Луиджи, и у нас остался последний Happy Meal. Как ты думаешь, будет там Луиджи? Да, там будет. А ну-ка, давай проверим. А вдруг там не Луиджи? Может, там какая-то, не знаю, крокобяка какая-то, может, спрятана, не? Или думаешь, Луиджи? Кристинушка, поздравляю, у нас теперь вся серия Супер Марио. Это Луиджи. Это Луиджи. Он очень похож на Марио, но немножко постройнее и в зеленом прикиде, в зеленой одежде. Зеленая кепочка у него. Такой вот сантехник. Но, по-моему, Кристинушка, что-то он должен делать. У него вот сбоку какая-то кнопочка. А ну-ка давай, нажимай. Ух ты! Ничего себе! Ты видишь, он крутится. А интересно, он постоянно крутится или нужно нажать ее? Смотри, как интересно. Бил, бил. И ты видишь, чем сильнее нажимаешь, тем он быстрее крутится. Класс. Вот такие вот сегодня у нас игрушечки попались. Замечательные. Откроем тебе тайну.
нашего дракончика зовут Йоши, а вот это приветливый тот. Он так и говорит: «Всем привет, меня зовут тот, всем привет». Луиджи, тот и Йоши. Всем привет, всем привет, я тот. Всем привет, класс, класс. Всем пока-пока, спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Пока-пока.